Ну, ранее мы тоже сообщали, что прогулки на свежем воздухе, наоборот, они полезны, несмотря на то, что в стране карантин, при соблюдении определенных условий, это не больше 2 человек, чтобы находилось рядом, чтобы расстояние между теми, кто прогуливается, было не менее 2 метров, обеспечение средствами индивидуальной защиты и ЭДС-средствами для обработки рук, для того, чтобы можно было своевременно протереть руки, если вдруг к чему-то дотронулись.